Так, вот я обнулил пробег Б. Замерим, сколько съест масла за 1000 пробега. На вязкости 20 в 50. Сейчас заводил машину, ну, крутила долго уже, но когда завел, она не троила. На холодной обычно очень троит, трясется, и то есть ехать вообще невозможно. Тут я завел, сразу поехал, всяких дерганий, ну, то есть сразу все цилиндры заработали. Пока так, все, пока. Без газа. Кто писал, что он без газа будет лучше заводиться? Утро следующего дня. Будем заводить с газом. В общем, заводится так же плохо, но, короче, вибрации меньше стали намного. Ну и он работать стал стабильней, когда вот ты его только так завел. По выхлопу нестабильно, по салону стабильнее.